Вот так мы постепенно развенчиваем слухи. Согласитесь, 3 года назад, если у вас лопнуло автомобильное стекло, это была великая трагедия. Но оказывается, все не так. Оказывается, стекло – такой же расходный материал. Как и фильтр, как и тормозные колодки. Кстати, в некоторых случаях тормозные колодки стоят гораздо дороже, чем автомобильное стекло. Ну, оригинальные, на такие модели типа Mercedes там, и еще на что-то. Но мир не стоит на месте. Мир придумывает и совершенствует технологии. Естественно, говорить о том, что только оригинальные стекла производятся в мире – это тоже глупо. Теперь автостекло Вальберта развенчивает еще один слух о том, что неудобно ехать туда, на пересечение Советской и Комсомольской. Пожалуйста, в центре города, автолюкс. Страна Россия в большей своей части находится в Азии, и только голова в Европе. Европейские принципы «лучше мало продать, но дороже» кстати, в процентном соотношении к мировому товарообороту не подходят. Азия, а точнее Япония, Китай, Индия и остальные удовлетворяли и одели, и накормили оставшийся мир. Естественно, сидеть ждать у моря погоды или резкого потребления металла – это разориться к чертовой матери. Естественно, желая зарабатывать, надо работать. Руководство сервисом «Автостекло» у Альберта давно планировало экспансию в центр города. И оно это сделало. Рядом с ареной «Металлург» в комплексе с заправкой «Автолюкс» открылся дочерний филиал, самый раскрученный на Южном Урале, теперь уже компания «Автостекло» у Альберта. Самое забавное, так это то, что многие хотят, но ни у кого не получилось, сделать замену автомобильного стекла банальной процедурой, занимающей времени в некоторых случаях меньше, чем шиномонтаж. Держать склад автостекла, щедро делиться им с потребителями – это может сделать только этот сервис. Косяки чужие устранять, своих не допускать и давать гарантию. Ну попытайтесь. Находясь в самом центре города, этот филиал устраняет проблему поиска друга, чтобы отвезти вас по делам, и решает проблему убийства свободного времени, если у вас есть такое. Можно и на коньках покататься, и поглазеть, что можно купить на сэкономленные на каска либо ОСАГО деньги. А они, учитывая достойность цен на дубликаты, останутся.